приехала съемка, значит, вы представьтесь немножко для нас, для наших зрителей. Да, я Никитин Александр Павлович. Что тут? Сейчас мы присутствуем, сидим на сквере перед университетом гражданской авиации. Вот судьба нас привела на конференцию, на конгресс. Международный клуб ученых. Международный конгресс. Международный клуб ученых, скажем так, конференция по самым фундаментальным проблемам естествознания называется. И я вот завтра собираюсь выступить с докладом «Новая научная парадигма». Так ли безумна эта теория, чтобы она могла быть истинной? Это Бор всегда своим сотрудникам, когда ему предлагали новые идеи, говорил, так ли безумна ваша теория, чтобы она могла быть истинной? Или она, мол, не так безумна, чтобы могла быть истинной, поэтому все отвергалось. Но он шутил, наверное? Ну, в этом есть доля истины. Ну, я думаю, и доля шутки тоже доля есть. Доля шутки, конечно, есть это самое, доля шутки тоже есть. И вот эта тема, вот эта новая научная парадигма, она, конечно, идет откуда-то издалека, вот для меня, да, вот зачем я, как я докатился в такой жизни. Я бы сказал, даже с детства идет все это дело, скажем, со звездного неба над головой. Между прочим, Канта никто не отменял. Это первое впечатление, еще может неосознанное идут. И потом просто, конечно, любопытство приводило к этим проблемам. Скажем, дети тоже задавали такой вопрос интересный. Хотя я по профессии инженер, в молодые годы не занимался физикой. Скажем, вот если вернемся к детям, они все время задавали вопрос. Папа, ну что вы не знаете природы гравитации? Что там? Ну так в голове все это откладывалось. Дальше, наверное, чтобы к этой теме подвигали такие вещи, да? Это, я бы сказал, нейтрино. Подождите. Здесь да. Я, наверное, бы немножко структурировал, да, ваш. Но то, что как бы про звездное небо вы рассказываете, это, в общем-то, наверное, всем знакомо. Так или иначе, каждый задумывался о том, как устроен мир. То есть, как бы, ну, когда говорят там познать истину или что-то, я понимаю это как понять, как устроен мир на самом деле. Вот. Потому что, ну, отсюда много чего вытекает. Второе, значит, ну раз уж начали про новую научную парадигму, наверное, надо сказать, чем плоха старая. Потому что методика преподавания, ну, это, наверное, и правильно, потому что, как сказать, методика преподавания, особенности в школе, в институте, там как бы преподается, что уже как бы, ну вот, уже, в общем-то, все открыли. Ну, как бы много чего, вот это так, это так, это так. Не могут же сказать, что, ну, вот мы, честно говоря, сами-то не знаем, там, вот так оно или не так, там, кварки или не кварки, там, что там, вот. Ну, тогда студент же скажет, ну, а что вы тогда меня учите, чему, если вы сами ничего не знаете? Вот. Поэтому какая-то школа... Александр. Какая-то школа, значит, имеет доминирующее давление, и она, как бы сказать... Ну, одно время считалось, что Земля плоская, да, была доминирующая эта школа, преподавала, что Земля плоская. Ну, там были какие-то споры там на китах, на слонах. Значит, эти были альтернативщики, которые там Земля круглая, ими занималась тогдашняя комиссия по лженауке, Святая Инквизиция. Их жгли там все. Вот, наверное, вот эти вот вопросы. Ну и плюс можете рассказать, как вы вышли на глобальную волну в виде Ярослава Старухина. А, ну, это случайно. Он приезжал на семинары, на конференции, снимал, познакомились. Это все очень просто. Про шаровую молнию?
И «Шаровая молния», и «Московское физическое общество», «Зигревские чтения», я все не... Вы там везде были, да? Ну вот, где я был, и говорю, где с докладами выступал и так далее. Может, еще где-то. Вот к тому, к той вещи, вы говорите, критикуете старую теорию. Да, ее можно критиковать и долго, да? Но... Не-не-не, я не к тому сказал, что как бы... Вопрос был в том, что вы как бы сразу начинаете, то есть какие-то вещи, вы уже варитесь в этой кухне долго, вы сразу начинаете. Вот, наверное, наша задача сделать для неподготовленного зрителя, что ли. Вот новая парадигма. А что новое? А для чего нужна новая? Чем плоха старая? Я просто не хотел. Да, не потому, что ругать старую, а потому, что сказать, что старая не отвечает. Да. Запросов, да, таким-то условием, поэтому нужна новая. Почему к этому я, в принципе, в данном случае я подошел, и другие тоже подходят, да, все альтернативные теории. Почему? Потому что та старая уже все не объясняет многих вещей. Можно перечислять, начиная с гравитации, холодный ядерный синтез, что там еще, потом двухшелевой эксперимент, да, много. И еще. Вот в ходе изучения этих наук, да, тут, видите, она делится, сейчас современная физика, грубо говоря, на квантовую механику, квантовую физику и теорию относительности. Теория относительности объясняет весь космос, скажем, да, а квантовая механика – микромир. Значит, теория относительности, макромир. И оказалось, что вот они несовместимы. И все, кто только не старается совместить эти две теории, да, квантовать пространство, время, и это оказалось уже в течение 100 лет принципиально невозможно. А мир-то един, какая разница, атомы или космологические проблемы. Вот, в конце концов, многие другие проблемы, конечно, столкнули, да, нейтрино вопрос, или, скажем, сразу могу сказать, нейтрино пришли при взрыве сверхновой раньше фотонов света, это можем еще вернуться к этому, да, и вот принципиальная несовместимость при едином мире, это вот, вот эта проблема, она совершенно современной физике не может быть решена. А вот та, которую я предложу завтра, новая парадигма, она все это очень просто решает. Почему несовместимо? Потому что оказалось фундаментальные принципы, основания у квантовой теории, теории относительности разные. Грубо, вот как сейчас я просто скажу. Квантовая механика объясняет движение, превращение частиц пространстве времени, да? И все это нормально. Шрёдингер написал волновое уравнение, по этому волновому уравнению, хотя физический смысл до сих пор не объяснен, ну, как говорится, там, как Фемин еще говорил, заткнись и считай, да? Вот там есть волновое уравнение, по нему считай, и все получается. Вероятность нахождения частицы где-то. Значит, вот мы сказали, о квантовой механике движения элементарных частиц в пространстве времени. А теория относительности уже, наоборот, считает, у него основания такие, что материя влияет на пространство-время. Это Эйнштейн, да? Деформирует пространство-время. Видите как? Там пространство-время абсолютное осталось в квантовой механике. А основание... А здесь оно искривляется. Искривляется относительно чего? Это же, да. Что искривляется? Относительно. Там считается материя и энергия, да, искривляют пространство и время. Видите, оказалось все это принципиально несовместимым. И в какой-то... было особенно популярно, наверное, в 90-е, 80-е, 90-е годы все принялись квантовать, что наш мир квантовый. Это пошло, конечно, от Планка, да? И оставалось только проквантовать пространство и время.
потому что... Ну, квант это что получается? Это правильно ли я понимаю? Это самая порция. Самая маленькая порция энергии. Или самая маленькая порция энергии считается. Или порция чего-то. А энергия какая считается? То есть энергию проквантовали? Да, все она получилось. Изначально получилась по определению. Планк еще нашел постоянную. То есть меньше быть не может? Меньше быть не может, да. Можно еще к этому вернуться. Интересная вещь. Вот а как это объясняет? Из этой теории. Ну, если можно перейти сразу на мою парадигму, как я это объясняю? Ну, до сих пор это не объяснено. Скажем, почему получается вот минимальный квант энергии, да? Вот перейдем к этой новой парадигме, у него несколько таких положений. Ну, это, наверное, следствие того, как бы тут так или иначе вытекает, что мир дискретен, раз квантуется. Ну, можно сказать, дискретен, но квантовый. Да, мир, почему противоречие вот это создано? Мир квантовый, но в теории относительности не могут проквантовать пространство и время. Представляете? Если бы смогли проквантовать пространство и время, то вопрос был бы решен. А не тут-то было. И видите, теория квантовой гравитации, поэтому и она не получилась. Она невозможна. Да? Если бы сейчас решили вопрос гравитации, вопрос был бы решен общей теории, теории всего. Теория единого поля. Ну, единого поля. То есть, чтобы свести четыре взаимодействия, да. Сильное, слабое, какое там электромагнитное и ядерное, по-моему, да? Да, четыре взаимодействия. Но оставалось только квантовое взаимодействие проквантовать. Вернее, не квантовое, а гравитационное взаимодействие проквантовать. Но раз теория Эйнштейна такая, что она... Что такое общая теория относительности? Это геометрическая теория. Он гравитацией объясняет деформации пространства. Что, мол, вот скажем, Земля вокруг, около Солнца крутится, и почему она туда идет по орбите? Что, мол, Солнце деформирует пространство, и в этом пространстве... так она якобы движется по прямой. Да, скажем так. И потому, мол, она идет туда, потому что пространство кривое. Вот. И почему перейдем, у нас свободный разговор же. К чему привела эта новая парадигма? Конечно, долго надо рассказывать. Не, ну здесь, видите, сразу можно к Эйнштейну, то что еще добавить, что если пространство искривлено, то оно должно быть искривлено относительно чего-то. Оно же не может быть искривлено относительно самого себя. Да, потому что что-то относительно самого себя, оно не искривляется. Оно как бы это само и есть. А надо с чем-то там сравнивать. Время искривляется до времени. Нет, подождите, про время там не то немножко. Время, да, укорачивается, удлиняется, замедляется. Искривляется, искривляется пространство. Вот. И когда Сурин, кстати, с Отсюковским пытали этого товарища от теории относительности, он сказал, что когда его спросили, что искривляется, он сказал, что искривляется метрика. То есть, грубо говоря, линейка, которой мы меряем, искривляется. Геометрия. Метрика что такое? Это геометрия. И теория относительности Эйнштейна – это геометрическая теория гравитации. Все. Геометрия – динамика. Эйнштейн считает, изменяется геометрия нашего мира. То есть пространство должно быть материально, чтобы оно искривлялось. Ну, потому что если пространство как бы оно пустое, ну вот классическая физика, она считает, что пространство – это... пустое вместилище всего. Вот это как бы пустота, в которой находится все. Да, поэтому... А как пустота может искривляться или что-то? То есть это должна быть тогда уже в этой пустоте какая-то, значит, я не знаю, там, ткань мироздания, которая вот от большой гравитации искривляется там через четвертые, пятые, шестые и так далее измерения. Вот сейчас, по-моему, как раз момент перейти к новой парадигме. Ясно, что новая парадигма по определению, она это самое, критика тут это самое ни к чему, потому что совершенно другое. Да, к чему, что я предлагаю? Во-первых, предлагаю все объединить в одно единое понятие, весь наш мир, да?
неважно, темная материя, барионная материя, сознание, пространство, время. Ребята, давайте вначале, грубо говоря, вот мы все стремимся подняться на вершину горы, да? По разным идем долинам и так далее. Кто идет по долине математики, кто по долине физики, парижский, химия, философия и так далее. А я предлагаю сразу подняться на вершину, сидим на вершине. Это философия. Да, начнем с философии, а иначе это самое, все это невозможно. И я сижу на вершине, смотрю с горы, весь мир передо мной расстилается, он объединенный. Я не вникаю в детали на первом этапе. Все я объединил, все. И человек, там, и сознание. Мы, человек вместе со своим сознанием в этот мир... Хорошо, это лирика, а потом дальше как работать с этим? Вот, начинаем работать. И отсюда начинаем работать, и все очень просто объясняется. Нет никаких споров, там геометрия, не геометрия. Есть наш мир, и мы со своим сознанием часть этого мира. Мы находимся внутри, никаких внешних наблюдателей внутренних нет. Мы внутри находимся, мы в космосе. Ну, я назвал его космосом, ну, может, Вселенная назвать. И появилось на каком-то этапе сознание. Я обладаю сознанием. И у меня этот мир. У меня вопрос возникает. Как его описать? Я вынужден взять линейку. И потом идут... Во-первых, я вижу, смотрю, мир все время находится в движении. Я еще не вникаю, в какое это движение. Он все время динамики, все изменяется, Гераклит еще говорил, все течет, все меняется. Смотрю, меняются, звезды движутся, значит, вот ветки колеблются, да, ветер дует. И как описать это движение? Да, я вынужден взять линейку и часы. Дальше. И оказалось, вот это движение в самом общем виде, да, в самом глобальном. Что у нас может быть движение, описывает сейчас на данном этапе развития науки? Это фактор Хаббла, постоянный Хаббла, который все используют для расширения Вселенной и так далее, да? И, но ведь расширение Вселенной, нет, это же сделан вывод на основании этого самого вот. Красного смещения. Да, сделан. То есть как вывод, есть красное смещение, сделан считаю, вывод, что Вселенная расширяется. Я считаю, что неправильно сделан вывод. А и... расширяется она или нет на самом деле, никто не знает. То есть да, сделали вывод по косвенным признакам. Неправильно сделан, и поторопились ребята. Но есть такой фактор Хаббла, который отражает движение нашего космоса в глобальном масштабе. И интересная вещь обнаружилась, да, но можно из разных прийти к этому выводу, да, что производная или дифференциал постоянный Хаббла... Не-не-не, подождите. Здесь как бы я вот хотел бы вас... Нет, ну так действительно, а зачем математика, если мы сейчас объясняем на качественном уровне? Хорошо. Потому что здесь, и вот сегодня на этом самом, я часто замечаю, что начинается апелляция к формуле, как будто формула что-то объясняет. Формула ничего не объясняет. Нет, это просто математическое описание. Вы можете описать словами, можете описать формулами. А часто разговор строится типа, что такое там, электромагнитная индукция? Ну вот же формула. Я говорю, хорошо, я не спрашиваю, какая формула. Я спрашиваю, как, почему. Хорошо. И вот это объяснение постоянной Хаббла, я его называю фактором Хаббла, да? Я что-то не понял, как оно имеет отношение к движению? Что-то я, может... Нет, вот это оно под движением мы Вселенной или космоса понимаем любое изменение. Я понимаю. Но вот когда мы ходим по улице, это движение космоса или нет? Что-что? Когда мы ходим по улице... Вот любое это... изменение, да, любое движение. А при чем это... здесь Хаббл? Да. Вот, вот оказывается он при том, да? Смотрите, и это объяснение расширения Вселенной постоянной Хаббла,
все-таки я считаю преждевременным. А почему невозможно другие объяснения? Обязательно расширение Вселенной объяснять постоянную Хаббла? Я объясняю другими факторами. Сейчас я их назову. И вот со всех точек зрения, с разных сторон я подхожу к этой проблеме, да, подходил к этой проблеме. И оказывается, что ли, или так можно объяснить все процессы в нашей Вселенной, движение Вселенной, это стоком и стоком материи. Это и у нас в нашем космосе, в нашей Вселенной происходит вот единственный процесс. Это сток и сток материи. Откуда сферический. Да. Сферический. Вот с какого-то с объема к центру. Сферический. Скажем, это постулат? К звезде. Все говорит о том. Назовите постулат, аксиома. Все говорит о том. И с помощью этого, ну, еще другие вещи добавим, можно объяснить все процессы. Еще повторяю. В нашей Вселенной происходит единственный процесс. Единственный, нет других процессов. Это сток и сток. Вот. И все можно этим объяснить. Еще. Мы говорим все время постоянный Хаббла, постоянный Хаббла. Ну, я описал в своих статьях тоже, да. Оказывается, постоянная планка — это минимальный квант энергии. И постоянные Хаббла, представляете, постоянная планка — это в микромире командует, да, фундаментальную роль играет. Mm-hmm. Маленький квант энергии — это там 10⁻⁴³ степени. А постоянный Хаббла, коэффициент там 0,23, грубо говоря, 10⁻⁷ степени, еще какая-то размерность. Еще мы путаем размерности, а для объяснения современной физики, вернее, вот новой физики, новой парадигмы, не нужны ни килограмма, ни фарады, ни там другие размерности. Достаточно, в общем-то, размерности метр и секунда. Это расстояние, пространство, время. И все можно объяснить. Массу выразить, энергию через все эти дела. Да? Еще оказалось, что... Это можно математически, я в своих статьях это показал, что постоянная планка, микромир и постоянный Хаббла – это одно и то же число. Удивительно. Как же массу вы выкинули? Масса – это ведь не, да, и не размеры, и не время. В принципе, нет массы, да? Это какой-то коэффициент. Дальше надо рассказывать про эти массу, материю. Ну, вы сейчас хотите предвосхитить доклад? Нет, свой, или как? Ну как? Ну вот мы же разговариваем. Материя, вот к чему дальше я бы рассказал о чем. Да, значит, мы о космосе говорим. Космос движется, вся наша Вселенная. Что там интересно? А, я нашел, раз есть движение, да, то какая у нее энергетическая плотность этого движения, да, и в конце концов нашел мощность этого движения. Я рассматриваю весь космос как, грубо говоря, как один двигатель, проводник, там, он все в одном лице. Раз он движется, значит, есть мощность. И я его хочу описать, материя там, темная материя или какая, описать я его описываю энергетически. Что движение материи, движение космоса можно описать как движение энергии. И энергия, в моем понимании, это не субстанция. Субстанция у нас сущность, субстанция одна, это Вселенная. А энергия, время, пространство – это идеальные понятия. Это только в нашей голове, это придумал человек. Для описания этого мира, для объяснения, ну и для... построение машин там и так далее. Дальше. Все придумал, формализовал. Ну, формализовал, это то же самое. Нет, это не то же самое. Ну формула, формализовал, значит, превратил. Пространство объективно существует. Просто как бы взяли линейку или там что-то, сделали их три по трем осям координат, и как бы считают вот
точку относительно какой-то точки отсчета можно определить, где вот мы находимся в трехмерном пространстве. Да, это как... А еще можно и время. Время же у вас есть, я надеюсь? Время есть. В отличие от... Но надо само сказать, что время – идеальное понятие, не субстанция. У времени нет физических свойств, как и у пространства. Это придумал человек. Ему надо описывать этот мир. Он потому что в нем живет, да? Как-то надо описывать. Вот. А время – это... В моей парадигме это мера движения космоса, мера, что значит, мера этих процессов. Они могут быть идти быстро, медленно, там, вот он описывает это движение, а измеряет в пространстве, оказалось, трех измерений достаточно, но наш мир такой. Там никаких нет потусторонних миров, там нет шести измерений. Или, ну там, как мы можем это знать? А нам вот оказалось нам достаточно, ну и необходимо, достаточно трех измерений. Мы прекрасно живем и все нормально. Нет, ну это же не значит, что нету нигде другого. Ну, пусть кому-то, если нужно, пусть придумывают и занимаются. Нет, я не к тому, но вы сразу как бы говорите. Вот представьте, дикари живут на необитаемом острове, и они живут там всю жизнь, многие поколения. Они не знают, что есть другая земля, и они твердо знают, что есть только остров, а дальше безбрежный, бесконечный океан. Вам ничего не напоминают такие представления? Нет? Нет. Если мы со временем найдем... А мне напоминают. Со временем найдем, если какие-то измерения, то... Пожалуйста, но сейчас нет необходимости. Три измерения нам достаточно. Поэтому зачем заниматься этим? Ну, конечно, философы всегда занимаются. И поэтому там Кьюри Струн, там еще какие-то... А много... как, опять же, вот вы оцениваете мощность Вселенной, если она бесконечна? Да. Вот, вот сейчас как перейдем это? Не к мощности. Не видите ли, ну, вы здесь противоречие? Это теория. Я нашел... Вот оказалось, вернемся без математики, оказалось, что производная от куба постоянных Хаббла равняется точно плотности барионной материи. Это наша, барионная – это наша материя. И мне оставалось... А что же такое барион? Барион – это наша, в смысле, вот наша материя. А не наша какая? Ну, как вам, тут термин еще не придумали. Есть еще темная материя, да, считается. Она тоже нужна. Почему, я скажу. Ну, назвали темной материей. Еще, мне оставалось плотность барионной материи, я нашел во Вселенной, да, это производная от куба постоянных Хаббла. Что такое куб постоянных Хаббла? Ну, не расширяется ли фактор Хаббла, влияет по трем направлениям. У нас пространство такое. Постоянную Хаббла возводим в куб, и берем производную, ну или дифференциал. Подождите, а какие у нас основания так делать? Вот давайте, мы с красным смещением еще ведь не разобрались. То есть у нас есть красное смещение. Давайте отвергнем красное смещение. Нет, это... подождите, но это факт. В отличие от всего остального, это... Я считаю, что иллюзия. Нет, и не будем критиковать старую физику. Его зафиксировали или не зафиксировали? То есть красное смещение или нет? Даже Хаббл сам считал, что у него постоянно это они поторопили, что красное смещение объясняет там взрыв Вселенной. Не-не-не, подождите. Сейчас... Я сейчас говорю про факт, а не про его трактовку. То есть если есть красное смещение, и оно во всех... То есть там в чем... Заковык это получается, что если Вселенная расширяется, и расширяется она во всех направлениях, то мы должны находиться в центре Вселенной. Потому что у нас нету такого, что здесь в этой стороне краснее, а в этой стороне фиолетовее. Видите, вы, уже у вас противоречие получилось, да? Раз Вселенная расширяется, мы должны в центре. Нет, подождите, это не у меня получилось. Ну, это у современной ученых, физики. Ладно, получилось современной физики. Такое, значит, противоречие. Поэтому... уже как бы это само ставит, наверное, под вопрос, что да, вот, так ли это. Я считаю, что это надо отвергнуть. Ну как, мы расширяемся в центре Вселенной находимся, что ли? А где еще один центр? А Вселенная бесконечна. Я сразу принимаю, что Вселенная бесконечна. И не заморачиваюсь. Если Вселенная бесконечна, мы можем находиться в центре, потому что вы можете прибавить с каждого края сколько угодно, так, чтобы мы окажемся... Вот это скользкий вопрос. Вот выступал человек-философ, да, и он сказал, что вопрос существования бесконечности, он не решен на данный момент. Нет, то есть есть математическая сущность, она есть, но там много чего есть.
А как физическая сущность никто не знает. Я подхожу к этому вопросу, ну и подходил таким образом, да, раз не доказана не бесконечность Вселенной, ограниченность, принять надо на данном этапе, что она бесконечна. Тогда все. Можно с вами поспорить. Если Вселенная бесконечна, ну это философская плоскость уже. Если Вселенная бесконечна, значит в ней возможно все. Нет, ну как? Ну как все? Вот. Ну, она же бесконечна. Как вы можете это понять? Бесконечность. Там могут быть люди такие же, как мы, но зеленые. Но она же бесконечна. Нет, там может быть все что угодно. Может быть, но определяется... 100 тысяч обезьян напишут «Война и мир» на этих самых. Вы... Может быть неоднородная плотность. А как вы можете говорить? Вот может быть, вот сколько вы обозреваете у нас однородная плотность, а в другом стороне, там все... Вот вы вспоминаете этих дикарей на острове, да? Они живут в маленький остров и бесконечная вселенная у них. Но они видят еще другие острова. А то, что материки, они ведь не знают. Они говорят, что ну не бывает больших-то островов. Ну, остров, ну вот пределы островов вот такие. И они начинают серьезно такие считать, сколько там в их океане земли, сколько воды. Вот как вам с такой точки зрения? Вот, понимаете, вы как бы не напоминаете себе вот этих вот гипотетических жителей? Вы бесконечно сейчас распространили на все. Но бесконечность давайте распространим только в пространственном отношении. Какие у нас основания так делать? Вот, видите, оказывается, по этой новой теории, мощность Вселенной, значит, фундаментальный инвариант, мощность движения Вселенной, она одна и та же, вот она цифра. Нет, подождите, почему? Я не понимаю, вот чего? Вы говорите, во-первых, я не понимаю, как вы... Мощность Вселенной бесконечной тоже должна быть бесконечной. Нет, вот в том-то и дело. Что? Как такое мощность, грубо говоря, что это такое? Это какую работу может совершить вот Вселенная, ну, если ее рассматривать как в данном случае, раз есть движение, ну, двигатель, скажем, да, термин такой применим, в кавычках, конечно. Значит, мощность вот космоса, она служит, она постоянная. Она почему? Абсолютная, почему? Постоянная. Она может... Почему? Почему? Вот на основании чего сделан такой вывод? Я не понимаю. Это надо возвращаться не подождите, вы можете, например, я понимаю, вы можете посчитать, например, мощность Солнечной системы. Можете? Ваша теория позволяет это сделать? Вот отдельно Солнечной системы. Можно так сделать? Нет, можно. Или сразу Вселенную целиком? Нет, можно, конечно, раз она двигается, можно. Ну вот, просто я... как бы даже больше того, вопрос, вот Вселенная, вы правильно я вас услышал, что Вселенная двигается? Ну, Вселенная конечно, двигается. Она находится в движении все время. Нет, подождите, или части Вселенной двигаются? Нет, во-первых... Вы чувствуете разницу, да? То есть могут двигаться части Солнечной системы, Она вся по-разному движется, но вся двигается, она все время находится в движении, это абсолютный атрибут. Вселенной. Нет, абсолютно. Еще раз, вы, по-моему, не уловили разницу. Движутся части Вселенной, либо сама Вселенная движется. Если она движется сама, то где она движется? Мы переходим еще к следующему, надо перейти к следующему положению. Она из нескольких положений состоит, конечно, парадигма, да? И у нас еще принцип относительности, который Эйнштейн применял, тоже, его надо тоже в абсолют перенести, что ли, у нас все абсолютно только сама Вселенная, да, абсолютная сущность, а все относительно. И мы всегда должны говорить только об относительных вещах. У нас ничего нет абсолютного. Скажем, кроме мощности. Почему это мощность? Да. Вообще-то Бог абсолют обычно. Вот когда хотят что-то абсолютное, говорят, вот Бог это абсолют, религия, и философия. Все можно относительно Его, потому что это вот такой как бы стержень, точка отсчета, и вот это абсолют. Сейчас. А просто видите как, если. Ну вы можете, конечно, изложить, но если у нас дискуссии, я вот, например, не вижу оснований вводить, вот вы как бы одно утверждение там, вот вы посчитали мощность Вселенной. Я говорю, ну как так, бесконечная Вселенная, как вы, почему, какие основания вот так вводить? Ну как бы, ну мы не можем двигаться дальше, как мне кажется, пока мы не проясним вот эти вопросы. Ну, перескакивая, мы наоборот, хорошо. Мы наоборот пытаемся не перескакивать через вопросы, которые вызывают непонимание.
Вот сейчас, знаете, о чем задумался. Меня удивляет, как все, ну это во мне тоже так, как в нас сидит вот старое мировоззрение, что ли, да, вот. Это не старое мировоззрение, нет, это просто элементарная логика. Ну, да. Логика, либо еще логика, хорошо, да. Еще я, конечно, когда все это занимался этими исследованиями, я на каком-то этапе понял, что не все логично, да. Иногда приходит вот как-то со стороны все это дело. Подождите. Воображение, озарение. Этот момент тоже не надо учитывать. Есть, но если нарушается логика, это повод задуматься. А потом, да, все это объясняется логически. Вот как я к этому пришел, к этой мощности, да? Скажем, вот я нашел плотность этой Вселенной, этого космоса, и потом мы говорили... Подождите, но она же бесконечная. Как вы можете найти плотность в одном кубическом метре, скажем, в нашей размерности? А потом вы распространили его на всю Вселенную? Вот, в среднем. Вот в любом месте, вот смотрите, в любом месте любой квадратный метр нашей Вселенной обладает одинаковой мощностью. Почему? Почему? Нет, мы не можем идти дальше, потому что мы не ответили на вопрос, почему. Да. У нас есть, например, метр, кубический метр. Мы можем попасть на воздух, можем попасть на вакуум, можем попасть на воду, можем попасть на землю, а можем попасть на уран. И почему не должна быть одинаковая мощность? Вы сейчас не можете мне объяснить. Вы не можете. Нет. Смотрите. Почему одинаковая мощность? Подойдем. Еще в этой парадигме один из пунктов, что в нашем мире нет механического движения. Есть. Вот. А в этой парадигме нет. И у нас все движение в нашем мире происходит в космосе только как образование и исчезновение, оно мерцает. Вот смотрите, чтобы я вот перехожу с этого места на другое, я уже, это не я, уже другой человек. Я перехожу на другое место, и любое тело также, да? На основании чего делается такой вывод? Вот я понимаю, о чем вы говорите. Подождите, вот телепортация происходит. Это фундаментальный насчет принцип телепортации нашего мира. Я сомневаюсь, что никто не телепортируется. А насчет того, что пропадает в одном месте, ну вот есть такая похожая на компьютере, например, один пиксель пропадает, другой зажигается. Но под это надо подложить тогда фундамент, сказать, что мы симулированы так-то, так-то. Наш мир, опять же, это здесь пространство должно квантоваться. Если вы говорите, что вот в одном месте, то есть один квант пространства погас, другой квант пространства, и пространство не пустое, да, то есть это какая-то материя, в которой может существовать, есть как бы примеры из реального мира, да, то есть чтобы мы не уходили в абстракции в какие-то, вот есть жидкокристаллический монитор с пикселями, да, есть вот это вот перекидное табло, сейчас уже практически нету, или лампочки на часах. Ну, вот это все аналоги того, что, да, зажигается одна лампочка, другая гаснет, и такое впечатление, что огонечек передвинулся. Вот, если вы так воспринимаете мир, то вы должны же как бы подложить базу под это, вы тогда должны сказать, что мы где-то вот подложка. Вы же про подложку ничего не говорите. Нет, подложки есть. Нашего мира. Это квант как раз постоянный квант, как раз минимальный квант. Да? Еще, вот всегда мы привыкли, что телепортация – это я здесь исчез, появился там. А на самом деле все это происходит с таким шагом, который мы зрительно не замечаем. Он маленькие шажки, которые 10 минус 43 степени, представляете? Поэтому и по времени, это тоже время Планка, да? Я вот перехожу, другое дело, за счет какой энергии, на другое место, или бросаю камень, там, скажем, да? Мне кажется, надо подробнее тогда обсудить, что мы понимаем под телепортацией. Но вот смотрите, метро – это тоже своего рода медленный телепорт. Я захожу в метро на одной станции и появляюсь на другой. Да. Если метро будет достаточно быстро ходить, то это будет сродни телепортации.
Да. А в нашем мире вот эта телепортация происходит с очень маленьким шагом, который мы не видим и мы не замечаем. На основании чего вы делаете такой вывод? Это просто допущение? Вот, нет, может быть, частично допущение. Или как бы это красота теории, про которую сегодня все, много говорили? Все, видите, почему вот одно из, что меня подвело к этому, да, во-первых, что постоянная планка равна постоянной Хаббла, это одно и то же число. Еще, что подвело, да? Ну как, подождите, опять же, я что-то опять я теряю нить. Они же отличаются на много порядков. Что у них равно? Нет, ну там коэффициент просто. Коэффициент и просто. Ну, значит не равно? Ну, качественное содержание одно и то же. Еще, что подвело меня к этому, да? Я определил вот эту плотность Вселенной, да? И допускаю сферический сток, да? И знаете, вот стекает материя, во-первых, нет механического движения, только меняются энергетические свойства. И что вот... А на каком уровне стекает? На очень маленьком. Ну и вообще, на уровне макрокосмоса тоже стекает. А что стекает-то? Куда? А что стекает-то? И куда материя уходит одновременно? Солнце, что такое солнце? Это в солнце стекает материя. И все, и в землю стекает. Это можно объясняется и математически. Вот вернемся к этому, к самому маленькому шажку, да? Вот на самом маленьком квантовом уровне, что ли, вот этот сток при такой плотности материи, представляете, за время Планка, во что она стекает? Как раз в постоянную Планку. И вот получается, самый маленький квант энергии – это самый маленький сток. А дальше уже дальше стекают, получается, атомы, молекулы и так далее. Все. Солнце что такое? Во-первых, Вы меня не убедили. Абсолютно. Потому что. Не сразу. Не в том дело. Я считаю, что здесь очень много логических противоречий. Вот сегодня мы видели теорию, где там ни времени нету, ничего. Мне кажется, здесь тоже Вот смотрите, вы тоже согласны, что пространство не квантуется? Или у вас квантуется? Нет. Пространство. Ну, смотрите, вы опять к этому рабочему. Я к чему, что если есть вот эта вот маленькая телепортация, да, как вы утверждаете, то согласно логике, пространство должно квантоваться. Нет, пространство, я уже вначале сказал несколько раз, оно идеальное. Это мы придумали. И мы с этим понятием, это понятие, это как цифры, как слова, да? С ними, с понятием пространства, мы что хотим и делаем. Мы хотим его делим, там, искривляем. Так же и время. Это мы придумали. Хорошо, но это подложку, нет. Подложку, на которой мы существуем. Давайте... Как этот? Был фильм такой «Ткань мироздания». Ну давайте, ткань мироздания, значит, должна квантоваться, на которой мы только и можем существовать. Квантуется только Вселенная, космос. И квантуется вот как раз в результате этого стока получается самый маленький квант энергии, это постоянная планка. Вот это и квантование. Да, пространство квантуется, но наше, как мы описываем с помощью пространства и времени, да, как может квантоваться идеальные понятия, которые их нет там, они только в нашей голове. Идеальное может и не может. Но должно быть тогда какая-то материальная основа, которая квантуется. Да. По которой мы телепортируемся за кванты времени. Так получается? Да. Но не пространство квантуется. Минимальное, что мы может тело передвинуться. Это как раз, энергия планка, да, вот она вот возникает, сферический сток, она вот таким образом телепортируется. Так, а гравитация, это вот в чем она проявляется, через что? И да, можно перейти к гравитации, все очень просто, даже мне это самое, вот уже я объясняю, немножко смешно, да, гравитация. Вот мы пришли к этому, что сток материи, вместе с темной материей, все туда входит, и темная энергия, потому что только когда все собираешь, всю энергию, получается постоянная планка. Она барионной материи недостаточно, да? Поэтому однозначно я принял такое положение, что есть и темная материя, и темная энергия. Ну, в кавычках, конечно.
Почему, говорит, гравитация очень легко объясняется, да? Перейдем. Значит, приняли такой сток, ну, простей сток, конечно, исток тоже происходит, ну, скажем, это взрывы сверхновые, это исток как раз. Сверхновая взорвалась в 1987 году, вся масса ее улетучилась в пространство, в нейтрино, 99%. Вот это исток, да? Ну, вернемся к стоку. Это черная дыра. Нет, черная дыра, нет. Там надо еще другой вопрос. Вот гравитацию, товарищ задал, гравитация. Значит, приняли фундаментальный процесс еще, идет сток. Все, ну, сток идет к Солнцу, ну, к Земле и так далее. Солнце себя только всасывает. И то, что оно светит, лучи идут из Солнца или какое-то излучение, это иллюзия. Оно только всасывает, оно отнимает отсюда, грубо говоря, энергию, да? А как же лучи? Да. Вот это иллюзия, оно отсюда отнимает, себя всасывает. И нам кажется, что когда отсюда оно отнимает, что нам тепло становится. Да, вообще-то нет. Вот все говорит о том, что это иллюзия, что Солнце излучает сюда. Оно только всасывает. Вот смотрите, можно сделать, ну, неубедительно поток, это. Потоки частиц. Вот если я включу какой-нибудь, сделаю модельку Солнца, Солнцем тут сложно проводить опыт, но вот какую-то, ну опять же, на Солнце тоже там что-то происходит, через 8 минут там только свет доходит, а не наоборот. Вот иллюзия это. На основании чего вывод такой, что иллюзия? Вот есть много как бы, что сначала я включаю где-то лампочку, например, или звук, вот молния и гром, например, они там грохочут и сюда долетают. Ну, во-первых, смотрите, Солнце себя... На основании чего вы делаете такой вывод? Да, вот дальше рассказываю уже. Конденсирует вся материю, да? Смотрим, что происходит внутри Солнца, ну, внутри Земли тоже, да? Будто бы там, сейчас современная наука считает, термоядерная реакция. Посмотрим на такую вещь. Что такое термоядерная реакция? Это протоны соединяются и получается водород и гелий, да? Там основная, это 99%, кажется, основная реакция идет, ну, еще побочные есть вещи. И если мы посмотрим на количество этих протонов, которые, ну, секунду, скажем, которые превращаются, количество протонов, которые превращаются в гелий, а гелий, ну, уходит уже близко к поверхности, да, а внутри, где действительно, куда сток идет, это протоны образуются и так далее, материя образуется там. Если мы количество протонов, которые превращаются в гелий, скажем, в одну секунду, разделим на ко всему количеству протонов, которые там есть, получается точно фактор Хаббла. Да подождите, Хаббла. Ну а как мы это сможем сделать? Мы что, полетим на Солнце и посчитаем протоны? Нет. А вот со светом тут все просто, есть тень. Если мы ставим какой-то предмет на пути Солнца, то он тормозит лучи, которые идут все-таки от Солнца, а не от предмета. Вот это, конечно... Понимаете, а вы предлагаете считать протоны на Солнце? Я не представляю, как вы это делаете. Нет, это может, там протонов все... окажется на один больше, нет, и у вас постоянно не получится. Постоянно уже получилось, это наука уже посчитана, это точно известно. Хорошо, сток. Солнце, вернемся к свету, смотрим к Земле, идет сток, то же самое, скажем, эксперимент природа сама ставит, это расхождение континентов. По этой теории Земля, раз идет сток материи, Земля увеличивается в размерах. Достаточно, ну это я привел. Но она и в массе увеличивается. Масса тоже увеличивается, да. Такая вот, Солнце-то не отбирается. Так нет, подождите, нет, вы вот как бы. Пространство обнимает. Мне кажется, как-то мы перескакиваем с одной темы. Ну, как, да. как со светом-то? Ведь предмет, тень же есть. Это иллюзия. Вот, вот, ну как, тень тоже иллюзия. Иллюзия, да. Так весь. Иллюзия, нам кажется, что. Индийская философия говорит, что мир тоже наш иллюзорен. Ну, может быть, и вот как бы, Земля, это доказывает, что идет сток, да? Я просто оценочно все это делал. Скажем, сток материи. Идет, да, к центру Земли сферический.
Я просто прикинул, насколько увеличивается материя Земли, да? Ну и разделил на плотность Земли приблизительно, там, как будто она равномерно распределяется. Ну, видимо, в центре какие-то реакции происходят. Значит, размер Земли увеличивается, но не такой большой. И получилось, что поверхность Земли увеличивается, и, соответственно, континенты расходятся. Да? Смотрим, насколько изменился размер Земли. На 2 сантиметра в год, да? По моей теории. Я беру справочник, читаю, насколько континент расходится. Это американцы измеряли, там они ставили какие-то генетические вещи. Насколько расходятся континенты, скажем, Африка от Америки? На 2 сантиметра, как не поверишь. Ну, так значит неправильно это. Потому что расходятся это не только Африка с Америкой, ну да, а просто должны еще и другие континенты. Соединить. Если они тоже расходятся на 2 сантиметра, то значит Земля увеличивается не на 2 сантиметра, а минимум на 4, а то и на 6. Нет, и, кстати, имею... сказать, есть совсем другая теория о том, что эти самые гидриды в ядре Земли, они разлагаются, выделяется водород, за счет этого, как бы сказать, и расширение Земли идет, и идет продувка недр водорода, и образуются полезные ископаемые. Нет, и без всяких этих самых, без всяких стоков и стоков. Отсюда, нет, конкретно океана. Про этот самый. Нет, я уж не такой простак, да, чтобы это самое не поделить окружность, там 2 сантиметра. Ну и, конечно, я брал только часть между этими континентами, где там 4000 километров и так далее. Да и тут вообще, мне кажется, надо вникать в методику, потому что километры этот самый, там не работает молния. Тем не менее, все это совпало. Так подождите, ну континент большой, как можно померить с такой точностью континент? Это... Померили, это есть эксперимент, опыт, да. У них вот буквально 2-3 сантиметра расходятся в год, да? Друг от друга удаляются. Ну, также Австралия приближается, она быстрее приближается. Но почему сравниваем Африку... Ну, есть же другая теория, дрейф материковых призм. Ну, есть же дрейф. Есть много теорий, но по этой теории все это совпадает. И не надо заниматься другими сложными объяснениями. Конечно, Индостан там на Гималайи напирает там с какими-то вещами, еще что-то, Тихий океан уменьшается, или Средиземное море уменьшается, да, там оно побережье Италии к Африке приближается. Но это же противоречит вашей теории. Не противоречит, да. Почему? Если размер Земли увеличивается, то она должна пропорционально, все должно раздвигаться. Нет, ну что, все пропорционально. Вот смотрите, почему этот пример, он самый характерный? Потому что Европа, Африка и Северная Америка, Южная, это самые большие такие, да, вот, континенты, которые действительно могут. А то, что там Австралия, это все-таки маленькие кусочки Индостана, это не характерно. Ну, вы, кстати, знакомы с теорией, что если вот эти все материки сложить, они сложатся в шарик. Ну, сначала... То есть это, скажем так, кора старой Земли. Ну, да, то есть это... на основании этого делается вывод, и, по-моему, вполне убедительный, раньше. Что Земля раньше была вот такая вот, а потом она начала расти, и остатки... Как раз эту теорию и подтверждает. Она была меньше размеров, сток шел материи, и она раздвигалась. Вот эта и теория подтверждает. Нет, так она набирала массу. Ну, а я о чем говорю? Сток идет. Нет, ну подождите, сток здесь массы. Объяснений много. Да. Ну, как-то, я не знаю, вы не убедили меня. А почему? Вот Земля была, материки почти отдельно было, да, потом массу набирала и все расходилось. Ну, сток вы же постулируете. Вот есть, например, эфиродинамика говорит, что эфир входит в Землю на второй космической скорости. Вот. Там и опять другое же, объяснение. Солнце отбирает. А есть как бы еще там, что вот планетарная катастрофа, там взрыв какой-то в ядре Земли, ну, вот и она пошла расширяться. Немножко не верно. Понимаете, здесь ну, какие основания так говорить-то? Но оснований же нет. Солнце тянет на себя на миллиарды лет, а Земля наоборот расширяется. Но Солнце тоже расширяется. Почему? Ну а с чего Земля будет расширяться, если Солнце у нее отбирает? Нет, Солнце отбирает со всего объема. А Земля-то что, крупинка? Ну, это только Солнечная система. Не, ну подождите, всего. Но Солнце, оно если отбирает, оно же должно отбирать неравномерно. Почему равномерно отбирает? А как оно может отбирать? Она со всего объема равномерно отбирает. Нет, так не может быть. А почему не может? Почему? Потому что у нас освещена
Солнцем, только часть Земли. И если по вашей теории, то тогда оно должно отбирать только с этого участка Земли, который освещен. Ну, да. А другой участок в это время не подвержен влиянию Солнца, который с другой стороны находится. Нет, опять путаница. Солнце, идет сток Солнца со всего объема окружающего Солнца. А то, что она от Земли там, это Земля, это песчинка по сравнению с Солнцем, да? Это почти не играет это самое, такой большой роль. А Солнце какие частицы в себя впитывает? Конкретно. Вот это самое, на все вопрос не ответишь. Она, и за счет чего, какого физического принципа? На данном на этапе, скажем, она вот, скажем, только так, наверное, темную материю впитывает, которая превращается в нашу материю. Вот она, конденсируясь, это можно дальше продолжить разговор, да? Она конденсируется, скажем, от нуля до всех квадратов. Наша материя, вот барионная, да, это какая материя? Где разница потенциалов, это c в квадрате, где скорость света. На самом деле это не скорость света, а разница потенциалов. Вот она там, скажем, везде ноль, она от нуля до c в квадрате. Так а что, такое дальнодействие, что ли? Ну, это как-то странно. Да. Почему оно так? Ну, кто-то, вы... Кто-то. Нет, понимаете, вы... подаете это как установленный факт. Это не установленный факт, это просто ваша идея, что вы хотите, вы считаете, что мир устроен так. Ну, как бы оснований на этого нету. Это я и поэтому говорю же, это новая парадигма. Но чем она подкупает, это основание мы обсудили. Чем она подкупает? Она объясняет все. Мне кажется, на китах было убедительнее. Вопросы гравитации, да, подняли. Мы подошли к вопросу гравитации. Сейчас Земля, Солнце всасывает в себя, Земля всасывает, да? И... Так а Земля всасывает на основании чего? Нет. Вот... На каком принципе? Принцип фундаментальный. Это фундаментальный принцип. А почему она не может, если большой взрыв возможен, а почему всасывание невозможно? Возможно. Ну, подождите, мы не разделяем теорию большого взрыва. Да. Там та же самая. Как гипотеза расширяется? Не, ну подождите, большой взрыв, это, я так понимаю, от... в этот самый, ничем не лучше, чем был, ничего не было, и только дух носился над водою и сотворил, значит, небо и землю. Пусть это... Ну понимаете, это даже гипотеза. На гипотезу, по-моему, это слабо тянет. Почему? Потому что сначала вроде как не было ничего, а потом оно вдруг взорвалось. И это, простите, как? А как? Нет. И причем более того, вот Вселенная, согласно теории большого взрыва, она расширялась со скоростью больше, чем скорость света. Хотя та же самая теория относительности утверждает, что ничего не может двигаться со скоростью больше скорости света. Ну, да. То есть получается противоречие уже внутри теории. Как бы, ну как тут? Сказки Венского леса какие-то, я не знаю. Мы же отвергаем пока теорию большого взрыва. Ну у вас же не лучше. Я говорю, на китах, по-моему, была убедительнее парадигма, где там на китах, на слонах, ну там хоть... разобраться. Оставайтесь с гипотезой с китами. Я предлагаю более-менее другую, которая... Потом, любую проблему берешь, она решается с помощью этой парадигмы запросто. И нет никаких проблем. Пожалуйста, конечно, другие могут оставаться, другими или холодный синтез, там гравитация, перейдем. Значит, Солнце всасывает, Земля всасывает, остается Солнце, значит, рассасывает, уменьшает здесь энергетический потенциал, а Земля тоже, соответственно, свои силы уменьшает. Остается все, они уменьшают между собой вот этот энергетический потенциал, и поэтому идут туда, где меньше потенциал. Или, грубо говоря, почему вода падает с плотины меньше, где потенциал, да, энергетический. Тут то же самое. И все. Считаешь математически, все совпадает. Никакой закон Ньютона не нужен. И закон этого самого Эйнштейна. Никаких искривлений пространства. Все, ребята. Еще такую вещь сразу надо сказать. В физике,
в школе все время говорится, что Земля движется вокруг Солнца. На самом деле же она не движется вокруг Солнца по круговой орбите, потом начинают говорить по эллипсу. Они летят, и совершенно Земля движется не по эллипсу. И теория Ньютона совершенно не отражает. Вот смотрите, Земля, Солнце летит, а Земля, планета по спирали, там, по своим орбитам спиральным, да, летят, да? Подождите, здесь я видел эту картинку. Дайте здесь? Я закончу. Хорошо. Нет, в интернете ее много. Почему эти планеты летят туда, по спирали? Какое притяжение речь ему? Потому что там меньше энергетический потенциал, который Солнце отнимает к себе. И они поэтому туда и падают, туда и летят. Никакого искривления пространства не надо. Все и подтверждается математически. И, соответственно, Солнце, Солнечная система вокруг центра галактики – это всеобщий закон. Так, мы, ну, вот здесь... вопрос такой, мы лимит времени установили. Ну, смотрите. Ну, я не знаю, может, тут тема такая, нет, тут можно ну, доверить. Вот хорошо, да, давайте, да, давайте закончим на этой картинке. Да. Значит, а если что, потом еще вторую часть. Значит, ну, на картинке, да, на картинке, смотрите. Сумбурно немножко, да. Они не движутся, ну как сказать, они движутся по спирали. Вопрос относительно чего? Они движутся. Относительно Солнца они движутся по окружности, ну или там по эллипсу, если быть строго. А если вы берете какого-то стороннего наблюдателя или относительно там пространства, вы его где-то сажаете абсолютно неподвижно, и вот у вас движется Солнце, тогда так. Понимаете? Еще. У вас, подождите, я не договорил. Да. Вот есть колесо, например, и вы берете точку на колесе какую-то и говорите, она движется там не по кругу, а она движется по циклоиде. Но относительно Земли – да. А относительно оси она движется по окружности. Здесь вопрос в том, какую, да, точку отсчета. Точку, а если вы выберете еще где-нибудь координат за пределы нашей галактики, что она еще тоже движется, так у вас там тоже еще... не спираль получится. Вот, почему у вы... вас получится не спираль. У вас получается разное движение в зависимости от того, где вы выбрали там точку отсчета. Там несколько галактик, несколько Солнц двигаться по-другому. Почему по у вас закону? Затруднение в объяснении этого, да? Потому что вам кажется, как будто есть где-то абсолютная система координат. Нет. У меня нет абсолютно затруднений. У меня нет абсолютно затруднений. Я говорю вам, что... А все относительно. Поэтому... Вот поэтому и нет оснований у вас говорить про спираль. В зависимости от выбора точки отсчета у вас будут разные траектории планет. В конце планет. Я сказал, они так и разные скорости идут будут туда, вот человек тоже и планеты, она идет туда, где меньше энергетический потенциал, где энергетическая яма. Она туда и стремится. Может быть, там не... Ну, так она должна была уйти уже в яму за сотни миллионов лет, и все, за и миллиард там остаться. А вот Солнце держит, она... Солнце создает эти, грубо говоря, ямы, да? А Солнце создает эти ямы, оно, конечно, по сфере своей, где она... Откуда она всасывает. Она вот забирает отсюда, да? Она, получается, тут яма, энергию забрала, грубо, да? И вот туда и стремимся. Вот и это всеобщий принцип, все очень просто. Ну, не знаю, но ну, это давайте подождем, ну, вашего доклада. Все очень просто. И вот я тоже бросаю камень, моя рука движется. Почему она движется? Потому что там создался меньший потенциал. Она туда падает. Она туда идет. И все дело с концом. Все законно, что вода падает в плотина, что пуля летит, что это самое, еще что-то, что человек. Давайте, хорошо, чтобы закончить, короткий вопрос. Возможно ли антигравитация? Нет, конечно, вообще нет гравитации. Вообще речи нет. Вы только что рассказывали про гравитацию. Ну, это же не гравитация. Гравитация, сейчас понимается, это всемирное тяготение, да, тяготение. Тела не притягиваются друг к другу, они стремятся туда, где энергетический потенциал меньше. Хорошо, и то есть антигравитация невозможна? Нет, это слово, оно придется, уйдет. Очень жаль, а так хотелось летать. Нет, ну, а вот по другим принципам. Полет тоже очень просто. Летающая тарелка, пожалуйста, можно начинать завтра строить. Да? Надо финансирование. Ну, финансы найдутся со временем. И
тоже холодный ядерный синтез. Люди мучаются, почему тысячи экспериментов поставлено, холодный синтез, да? Потому что природу, вот общие проблемы не решили, природу никто не понимает. И бесполезно, пока кто-то не придумает теорию, никогда не добьются этого. А эфир, грубо говоря, ваш, Чуковского, да? Он, Чуковский, да, он, конечно, Платон, он великий человек, да? Но Платон не друг, истинно дороже. Конечно, эфир, он не понял. Он на развилке стоял когда-то в молодости. Он не понял, что эфир противоречит двум принципам, да? Это принципу относительности. И у эфира нет механических свойств. Он, если бы отказался от этих вещей, и эфир от механических свойств, они ищут давление эфира, там еще какие-то. И находят? Ну, в теории находят. Я им все время говорю о Чуковском. А где у вас эксперимент? А эфирный ветер? Нет эфира. Нет, подождите, а эфирный ветер-то куда? Куда его постигнуть? Нет эфирного ветра. Ну как нет? Нету? Это иллюзия. Майкельсон? Нет, подождите. Ну все, мы уже... Давайте это весь мир иллюзорен и не такой, как нам кажется. Это Майкельсон эфирный ветер, во-первых, не нашел. Еще нет 100 лет уже ни одного эксперимента. Неправда, неправда. Чуковский перевод. Я даже сам лично читал переводы. Вы неправильно читали. А, ну ладно. Ну еще, ладно, давайте тогда. Противоречим принципу относительности. Если бы был эфир с механическими свойствами, то можно было бы к этому эфиру прицепить систему координат, да? Она, был бы он неподвижный, скажем, он бы был абсолютный. А это противоречит принципу относительности. Никакую теорию нельзя построить без принципа относительности. Да нет, пускай противоречит принципу относительности. Как-то жили без него, а тут Эйнштейн и... Видите, никакую теорию нельзя построить. И, в принципе, эфиродинамика – это тупиковая вещь, которая после Чуковского, в общем-то, она не продолжится. Это, скажем прямо. Время покажет. Наука, давайте на этой ноте... Я, например, не утверждаю. Давайте на этой ноте и закончим. Ну, пожалуйста, да. Еще.